Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. Сегодня мы с вами посмотрим очень интересные посылочки и их тест, которые мне пришли из магазина Rose Gale. Кстати, у них с 29 по 31 число проходит большая распродажа. Так что если вам понравятся товары и вы увидите смысл их себе купить, то ссылочки будут в описании. Мини-мультитул – на удивление добротный и качественный инструмент, который радует доступной ценой, миниатюрностью и высокой функциональностью. Данная модель имеет 11 инструментов, что позволяет говорить о ее высокой эффективности. Каждый из инструментов выполнен из нержавеющей стали 440S, устойчив к коррозии. Значит, мультитулу не страшны условия повышенной влажности. Безопасность использования – важный критерий при выборе мультитула. В данной модели имеются специальные защелки, что позволяет надежно фиксировать инструмент в процессе работы. Чтобы рука плотно прилегала к мультитулу, даже если она мокрая или жирная, на рукоятках сделаны насечки. Владельцы мультитула получают в свое распоряжение нож для открывания консервных банок, открывалку для бутылок, шило, напильник, отвертки, крестообразная и две плоских. Лезвия, одно с прямой, второе с серрейторной заточкой, плоскогубцы, подпружиненные с кусачками, паз для работы с электроизоляционными материалами. Как по мне, мультитул очень удобный и пригодится в множестве ситуаций. Да еще и маленький, можно положить в карман. Мощный и удобный фонарь на голову. Сверхяркий налобный фонарь с основным светодиодом американской компании Cree XML-T6 и двумя вспомогательными светодиодами Cree R5. Максимальная яркость при работе трех светодиодов одновременно 1500 люмен, поэтому он быстро получил огромную популярность и обладает высокой эффективностью. Фонарь имеет 4 режима работы – основной, 2 диода, 3 диода и стробоскоп. Питание от двух аккумуляторов типа 18650. Зарядить устройство можно от сети 220 вольт, либо от прикуривателя машины. Также фонарь может работать как пауэрбанк, чтобы подзарядить ваш телефон для важного звонка. В данной модели свет рассеивается не линзой, а старым добрым отражателем, что делает пятно луча ярким в центре, где как раз и сконцентрирована острота нашего зрения. На практике освещение этим фонарем более естественное и эффективное, чем в тех фонариках, в которых свет кристалла рассеивается зумом. Фонарь защищен на уровне IP7, который позволяет осуществлять краткосрочное погружение на глубину до 1 метра. Но честно скажу, что проверять я бы не стал. Фонарик можно подстроить под свои параметры для полного удобства использования через регулирование длины ремней и положение фонарика, угол наклона у которого 90 градусов. Автономный солнечный светодиодный светильник со встроенной аккумуляторной батареей. Заряжается с помощью встроенной солнечной батареи. Днем самостоятельно заряжается и при наступлении темноты сам включается. В темноте при отсутствии движения находится в выключенном состоянии. При движении активируется датчик движения и фонарь задействует все 100% мощности. Используется для декоративной подсветки участков, входов, фасадов домов, въездов в гаражи, для освещения территорий, находящихся под охраной. Светильник оснащен датчиком движения, что позволяет экономить электроэнергию и продлевает время работы. Ведь емкость аккумулятора довольно мала и при условии полной зарядки обеспечивает работу на 8-10 часов. Степень защиты IP64, что говорит о том, что его можно смело использовать на улице.
мини-запайщик пакетов. Весьма спорный гаджет, так как я видел неудачные тесты этого запайщика и пришел к выводу, что люди использовали слабые батарейки. Я же рекомендую хорошие мощные батарейки, либо ставить литиевый аккумулятор 14500, как я сделал для теста, и тогда гаджет будет работать как и нужно. Мини-ручной запайщик пакетов удобно использовать как хозяйкам для запайки пакетов с продуктами, так и работникам супермаркетов для аналогичного действия во избежание обветривания продуктов питания. Универсальный мини-запайщик пакетов благодаря своим небольшим размерам быстро нагревается и также быстро запаивает пакеты любой плотности. Шов после запайки очень прочный и не прерывается самостоятельно. Продукты, хранящиеся в запаянных плотных пакетах, намного дольше будут сохранять свою свежесть. Благодаря своим характеристикам и малым размерам, запайщик для пакетов очень практичен и функционален. И как видим на видео, запайщик выполняет все свои функции. Комплект инструментов для ремонта велосипеда и другой техники. Практически максимальный набор инструмента, объединенный в одном компактном наборе. Очень полезная штуковина. Изготовлен из высококачественной стали, легкий и удобный в использовании. Подходит для большинства гаек и болтов на велосипеде. Компактный набор легко помещается в сумку или рюкзак, выручая в трудную минуту. В комплект входят основные ключи, используемые производителями современных велосипедов, такие как шестигранные гаечные ключи 8, 9, 10 мм, шлицевая отвертка, крестовая отвертка, удлинитель гнезда, сплошные гаечные ключи 8, 10, 15 мм, шестигранные ключи 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 мм, бортировочные лопатки и пару китайских латок на камеру, если вдруг пробили колесо. Лично мне набор пригодится и всегда будет со мной на велопрогулке. Короткие эластичные шорты для спорта. Изготовлены из эластичного материала, в состав которого входит 85% полиэстера и 15% спандекса. Дышащая сетчатая ткань шорт будет держать ваше тело сухим и чистым во время тренировок. Поясом служит широкая эластичная резинка. Благодаря ниткам спандекса материал становится менее плотным и более воздухопроницаемым. Хорошо тянется. Тонкая эластичная компрессионная ткань обладает превосходными влаговыводящими, охлаждающими и вентиляционными свойствами. Спасибо за просмотр данного ролика. И не забывайте, если вам понравились товары, все ссылочки будут в описании. И с 29 по 31 число в магазине Rose Gale проходят большие скидки. Рекомендую. А на этом на сегодня все. Спасибо за внимание и всем пока!